Областная картинная галерея обладает очень неплохой коллекцией мастеров западноевропейского искусства. Но теперь у горожан и гостей Твери появилась уникальная возможность увидеть новые экспонаты такого рода. А все благодаря выставке, которая открывается уже в эту пятницу. На ее презентации побывал и наш коллега Роман Быков. Старые мастера западноевропейского искусства 15-17 веков. Выставка под таким названием открылась в оранжерее императорского дворца. Это 27 живописных произведений и 7 образцов деревянной скульптуры, которые предоставлены московским коллекционерам Михаилом Перченко. Для нас эта экспозиция имеет, ну, как бы совершенно уникальное, тем более 15 век. Ну, я думаю, каждый ощущает, что это значит. Вот каждый сантиметр на этой выставке, это в некотором смысле будет открытием. Подбор произведений состоит из нескольких достаточно цельных тематических групп. На выставке показаны наиболее ранние памятники, созданные на протяжении полутора веков немецкими, а также нидерландскими живописцами и скульпторами 14-17 столетий. Творчество германских мастеров не только стало ярким проявлением стиля поздней готики, но и предвосхитило искусство Северного Возрождения. В экспозиции также представлены работы так называемого антверпенского маньеризма и произведения фламандских и голландских художников 17 века. Каждый из полотен можно назвать уникальным. Например, вот этот триптих Жана Бельгамба. Это одно из самых замечательных иллюстраций к речи Христа. Когда он пошел на казнь и пролил свою кровь ради вот этих людей, которые были в аду, в могиле и не имели бессмертия. Он им дал, всем подарил бессмертие. Особый интерес представляет полихромная деревянная скульптура. В последнее время многие музеи мира активно пополняют ими свои фонды. Не отстают от них и частные коллекционеры, в том числе и Михаил Перченко, который скромно называет себя всего лишь собирателем шедевров искусства. Тверичане оценить результаты его скромного собирательства могут уже начиная с пятницы, когда экспозиция западноевропейских мастеров будет открыта для всех.